Три человека погибли и один в критическом состоянии доставлен в больницу в результате инцидента на авторалли в Шотландии. Один из гоночных автомобилей, потеряв управление, вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей. Трагедия произошла в субботу вечером на автогонках имени Джима Кларка, близ города Келсо. Несколькими часами ранее еще один автомобиль вылетел с трассы и сбил 5 зрителей. Все они госпитализированы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. После случившегося полиция Шотландии отменила трехдневные соревнования и начала расследование.